Воскресным утром 14 апреля в спортивном зале «Лидер» встречали гостей, участников традиционных соревнований по плаванию. Побороться за призовые места и показать свои силы на гостеприимную Электрогорскую землю приехало 16 команд из спортивных школ Московской и соседних областей. Мы рады вас приветствовать на открытом межмуниципальном первенстве по плаванию муниципального образования городской школы Электрогорск. Пожелаем нашим участникам удачи, достойных результатов и легкой воды. Соревнования объявляются открытыми. Мальчишки и девчонки состязались как в индивидуальных, так и командных заплывах. В данных соревнованиях у нас проводится многоборье, то есть по сумме двух дистанций будет выявлен победитель в каждой возрастной группе. Так, дистанция у нас 50 метров, вольный стиль на спине, 50 метров брас, 50 метров баттерфляй и 100 метров комплексное плавание. Несмотря на то, что эти соревнования не профессионального плана, накал спортивных страстей оказался совсем не шуточный. Юные спортсмены старались выложиться по максимуму и показать все, чего они достигли за еще один год обучения. В заплывах старшей возрастной категории участвовали чемпионы и кандидаты в мастера спорта. Для них эти соревнования – возможность проверить свои силы на новой дистанции, посмотреть достижения будущих соперников для выступления на соревнованиях высокого профессионального уровня. С 13 лет достиг кандидата мастера спорта, семикратный чемпион Московской области, призер ЦФО и чемпион ЦФО. А здесь вы откуда вообще? Из Воскресенска. Здесь раз 5-6 минут. Всего в соревнованиях прошло 139 заплывов. Первенство по плаванию оценивали 24 судьи из разных городов. Участников и победителей состязания наградили почетными грамотами и кубками. С 14 апреля в спортивном комплексе «Сокол» состоялся матч второго тура чемпионата Ногинской лиги по баскетболу, в котором встречались Электрогорск и Черноголовка. В упорной борьбе баскетбольный клуб «Вымпел» одержал вторую победу подряд со счетом 61-51. Поздравляем с очередной заслуженной победой! Тринадцатого апреля в городе Рошаль прошел открытый городской турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек «Родительские надежды». На татами в спортивно-культурном центре собрались 140 юных дзюдоистов из Орехово-Зуева, Егорьевска, Ликино-Дулева, Новинки, Щелкова, Дзержинского, Куровского, Давыдова, Ногинска, Электроуглей и Электрогорска. Воспитанники спортивной школы «Вымпел» отделения дзюдо под руководством тренера Королева показали отличные результаты. Золото завоевали Максим Румянцев и Ярослав Важинский. Бронзу – Бигзот Каримов и Полина Клочкова. Поздравляем юных спортсменов и желаем новых побед!